Артоха, расскажи, как с ним съездили, блядь, в этот, в Винницу. Он чепуха. Слушай, а что ты стоишь со спущенными штанами? Ну, типа высыхают штани, там, ну, типа трусы высыхают. А, я понял. Слушай, как вы, блядь, поехали? Ты же, блядь, не собирался ехать. Я вообще не собирался ехать, блядь. А потом еще и не поехал, да? Дом, блядь, сука, малолетний, блядь. Сколько... Я, блядь, взрослый мужик, блядь, и появился на пидорасе на малолетнем, блядь, прикинь. Гандон, сука. Чепуха, ну чепуха. Чепуха. Ну, это два раза по два. Это три раза. Это, блядь, три раза по два. Чепуха. Ну, да, да. Это три по два, короче. Да, три по два. Если ну так вот человек говорит, ты три по два, то он понимает, кто он. Да, сразу чепуха, ну понимаешь. Сука. Ну, короче, развели, да, тебе? Я тебя сам развелся, блядь. Мне обидно, что я матушку наебал, вот что, блядь. А как ты наебал матушку? Да если из этого пидораса, блядь, не говорит, ебать, давай там поехали. Бандит криминальный, сука. Дегенер. Блядь, я в последний раз малолетка. Я в жизни малолетних чувак не ебал, ну, до 18. И ебать никогда не буду. Отвечаю, это чепуха, что вот цей, короче, их не пацан. Что, короче, вот этого не все. Ну, чепуха. Сука. Отвечаю, ну не больше. Не более того. Так а что за. Ну, какая ситуация вообще произошла просто? Почему ты. Я побрил себе дай хуй охуенно. Сука, блядь. Ну, и что дальше? Ты мне на головке отвечают две родинки. И на левом лице одна. Бля, братан, ну ты же на ютубе буду, ну и нахуй. Так и шо? Ну хай знают, да, братан? Чтоб знали наши. Которые так, ну, на шляпе с левой стороны две родинки. И, короче, на левом лице. С левой стороны. Братуха, так а какая ситуация произошла в итоге-то? Ты постирался, приготовился, фу-фу, побрився, да? Та я, короче, блядь, постирал нахуй себе... Я последний раз стирался в армии, нахуй. Именно так, да? Там все трое носков, там двое трусов, чтобы было все, чтобы было. Все. Ну, в дорогу, короче, собрался. Да, в дорогу, чтобы у меня все было, чтобы я знал, чтобы, мне, ну, чтобы я был чист. Я не прикинь, вонять там. Ну, прикинь, вонять. Ну, это пиздец, блядь. Да это пизда. Я, блядь, приезжаю, это долбоеба, блядь. И начал, короче, мне говорят, короче, в общем, чепуха. Ну подожди, ну приехал ты, что дальше? Там люди втыкают, я говорю, короче, так, говорю, мужики. Здрасте. Я говорю, здрасте. Думаю, что мусор. Да мы дохуя думаем, кто мусор, понял? Ну так говорю, здравствуйте, такие, здрасте. Сука, блядь. Ты тут говорю, короче, блядь, 150 грамм, что наливает, нахуй. Мне такие, там мы не знаем. Та не підійдіть, мужики, я свій пацан, 10 тисяч грам, дам їбать, дай мені сотку. А так ось не вийшло, дим як іти треба. Провели, да? Показав, як треба. Ну, ну, фух, заїбісь. Їбав ти, да? Поправився. А хоча, сука, ти казав, що ти, блядь, не бухаєш уже неділю, блядь. Просто ти, ну, на мене назлився, і я на тебе обідився. Блядь, пацани не обіжаються, пацани огорчаються. Та, блядь, ну, ти огорчився, так? Так, звісно, ніхуя. Хоча ти, блядь, натормозив нахуй, блядь, а потім ще, блядь, на мене, блядь. Думаю, блядь, оце братан, думаю, прикинь, блядь, їбу з горя. Ну, в'їбав ти. Я тебе, братуха, в гості сам. Я знаю, я ждав тебе, братуха. Я знаю, що ти можна, блядь, ну, не то, що там можна. В любий момент, братан. А ти думав, що, блядь, ми тобі що, лайки? Ну, конечно. В будь-який момент я жду тебе все. Слушай, братуха, ну, там, ти в'їбав 150, а далі історія. Ну, просто для наших вон, пацанов, блядь, розкажи, от що це за ситуація, блядь, произошла? От, ну, некрасиво, или красиво, или, блядь, ну, неприятно. За що? Ну, блядь, за вчорашню поїздку. А, так я їбав рот, блядь. Почему ти не поїхав? Мені так нравився мій бритий пісюн. Ёб твою налево. Чуєш, братуха? Чуєш, братуха, що ти не поїхав? Ну, именно я все понял? Як, да, як молодий, да? Як новий. Кажуть, робота не хуй, да? Робота не хуй, стояла і стоятиме. Стояла і стоятиме, да. Ну, прийшов ти на вокзал? Прикинь! Чи куди ти прийшов? На вокзал, да, прилітаю, блядь, ну. Єбалась ти камера в рот, братуха, в натурі. Ну, да, прилітаю, блядь, нахуй, та й в рот їбать. Прилітаю в натурі на вокзал, до цього долбойоба, блядь. На вокзал прилітаю, блядь. Ну, ты, бля, хавно, высыхаешь,
Ну да, хай труси висихають. Ну да, ще труси, блядь. А хоч ти їх взагалі натягнув, блядь, на ноги ці штани, блядь. Я думав, що ми вже йдемо. Та дай ще повтикаємо, блядь. Давай повтикаємо. Там тілки просто, пішли до тілок. Ну тут, блядь, давай, ну розкажи історію, я підемо щось. Блядь, зі тілок забув. Прилітаю туди, що тебе, я говорю, блядь, ну, блядь, здорово, мужики, блядь. А вони такі імена, ну, здравствуйте. Ну, поняв, мене, ну, чувствую, десь бідой під пахою. Я там наурлил, короче, после части. А, на часть ты приехал, на вокзал. На части, там, короче... Чё ж, ты на часть приехал, а не, ну, не на вокзал, да? Да, потом я свой хуй забрал на своей тачке, мусорской, ебать. Я только говорю, а только так и смотрю на меня. Говорю, кисечка, отвечаю, если я просто незнакомый, я первый раз седаю в мусорскую тачку. Так она не мусорская у него, военно просто. Типа мусорская тачка, да. Ай, блядь, сука. Сука, я прилетел, как бы извинялся, это таксист, ебать, в тачку, мусорскую тачку. Ты заранее, да? Сирена хуярова, ебать. Короче, блядь, мне так хочется воды пить. Ну-ну-ну, и что дальше? Вы приезжаете на часть. Я говорю, сейчас я выйду там. Я говорю, давай, пиздуй, короче, нахуй. Я говорю, паролю сейчас тут что-нибудь тут сам. Смотрю, общежитие женщин. Нихуя себе. 9 этажей. О, нихуя себе. Сколько там женщин, братан? А что за... Кто вы такие? Кто вы такие? Станет только перетянуть. Ты же кто вы такие? Да я... Ну, вояки, да? Да не вояки, блядь, а нахуй, как оно... Ну, медицина. А, я понял, понял. Медики, короче. Медички, да. Тёлки молодые, прикинь, ебать, там по 18. Это медучилище, да, ну да, да, да. Типа, ну я ебу, ну общага ихняя, там только вывеска, ебать, ну, типа, ну, медстандарт, ну что-то там. Ага. Ебать, думаю, я попал туда, куда надо. Тебе привезли по адресу, да, по правильному? Да, куда мне, думаю, надо. Я залетаю, говорю, так, говорю, здравствуйте. Вона така, здравствуйте, виходить ця пізда, що, короче, за рулем сидить. Вона говорить, здравствуйте, блядь. Говорю, ой, блядь, я поняв, що я думаю, як сіжать, поняв. Приводи мені літерочку, наберіть, пожалуйста. Бо так мені умитися не нравилося, не вже їбало, там мене покинуло, там шия не грязна була, не люблю. Думаю, сука, це там тілок, братуха, я дорогу знаю туди. Там тілок пізда. Єбать, ти, сука, ти з теми на тему перепригуєш, піздець, блядь. Тілок пізда. Да, там, отвечаю. Ну, именно... Ну, ты ебался не в рот, чтобы что дальше было. Сколько. Ну и все. Вот этот чепуха наебал меня. Потом вы на вокзал поехали или нет? Да так пахну охуенно. Чуешь, братуля? Ты подкинул мне духи вообще охуенные, братан. Охуенные, да? Вообще не смылись, да? Ну, четненькие, вообще братуха, даже не смылись. Ты вы на вокзал или, блядь, был или нет? Да он съебался, пидорас. Куда? Малолетний. Куда? Я даже не хочу про это и базарить. Ну так по срак, я так ляпну, я так по булке хуем и все. Даже не ебать, понял? Ну так. Чтобы знал, как сделать мужику нормально. Паскуда. Может он подумал, потому что ты синий, блядь, с тобой. Ну там, блядь, хай вы. А ты сильно пьяный был? Вот он съебался, тебе говорю. Ну короче, ты понял, что все, больше ты не поедешь, да? Никуда. Все, хай. Если в рот возьму, поеду. Сука. Мені прийдеться, блядь, на от там, де ти кажеш, там, поняв, цю хуйню, там, ставить, блядь, там, пі-пі, поняв, блядь? Та похуй. Блядь. Якщо візьму в рот, поїду. Сука. А так ні. Мені кажется, це даже ти потом не поїдеш. Якщо візьму в рот, я б його, ну, блядь, ну, 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 я пообіщаю йому, естественно. Я поняв. Так, так, охуєнно, сука. Ладно, братуля, Ланька, ты эту историю, короче, ты рассказал, я не до конца, я не понял, вряд ли люди поймут, ты, блядь, просто... Я и сам нихуя не понял. Ты просто рассказывал про все, нахуй, блядь, чуть ли не про всю свою жизнь, нахуй, блядь. За раз. За раз, да, блядь. Да. Ну, словимся, братва. Давай, блядь.